23 детских сада, а это больше сотни дошколят сразу в одном месте. Так масштабно в Химках проходит турнир по городкам «Золотая осень». Вначале, как и полагается, разминка, ну а после – старты. Городки – это русская народная спортивная игра-забава. Его правила очень просты. Нужно выбить городки с площадки всего за два хода. Дети бросают биту весом 500 грамм и с дистанции 5 метров. Когда же играют взрослые, то дистанция увеличивается до 13 метров, а вес биты доходит до нескольких килограмм. Точное попадание в цель – результат упорных тренировок. К соревнованиям дошколят готовят воспитатели вместе с инструкторами по физической культуре. Наши инструктора по физической культуре, они все имеют образование по этой игре, прошли квалификацию, они участвуют в Кубке России, и наш клуб называется «Химкинские белки», и о нем уже узнают по всей России. На поле играют несколько команд одновременно, в каждой по 5 человек. Если игроку удастся выбить фигуру, то его очки засчитываются, и так выводится общий командный результат. За судейство на турнире отвечают профессиональные спортсмены и постоянные участники соревнований Московской области среди взрослых. Так как это дошкольники, мы судим очень лояльно. Если дети сбили, мы стараемся все засчитать, чтобы дети радовались. И это им... Главное, чтобы детям принесло это все удовольствие. Наша задача в этом стоит. Масштабные соревнования по городкам проходили на стадионе школы «Наследие» целый день. Воспитанники детских садов смогли показать навыки командного взаимодействия, а также хорошую физическую подготовку. Для детей и их родителей этот турнир стал настоящим праздником спорта. Мы очень рады, что такой осенний денечек мы провели так весело, немножко прохладно, но в общем, я очень рада, что, во-первых, дети узнали эту игру. Детям очень понравилось, они с таким удовольствием, с таким азартом играли. Итак, по результатам соревнований золото у детского сада «Машенька», серебро у «Лесной сказки» и бронза досталось детям из дошкольного отделения «Росинка». Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.